Ну, клюква точно была, потому что я уже был тут разок и клюкву ел. Ну, вот осколки в отвале лежат кварца. Горный хрусталь. Можно порыться. Малюсенькие, малюсенькие кристаллики горного хрусталя. Ну вот, с головкой. Вау, это интересно. Где-то был и улетел. Рассмотрел дерево. Тут что-то блеснуло. Попадают симпатюли небольшие.
Не так, чтобы уж закричать: клад, 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 клад. Нифига. Все равно интересно вот эти белые букашки собирать. Кристаллики кварца. Вау. Вот это вот симпатичная штука. Хоть не карандаш, но интересно. Сколько тут десятков лет никто ничего не делал. Вау, тоже симпатюля. Симпатюля. Что-то говорили про самозанятых, и все застыло, затихло. Дали бы добро, люди бы оформились, кто бы ездил, копии показывал, кто еще что-то любит. Нет, нам надо в ЕПС загнать, по 20 с лишним тысяч, а тут на бензин только за одну поездку уйдет. Фу ты, хватит гудеть. Гудит и гудит. Еще и кусать начинает, это что ж такое-то? Оба. Вау, это уже интересно. Интересно. Выскочила бы такая вот дроза с такими. Оп, еще что-то попало. Ну это осколок кварца. Вот заголовкой кварчик. Вау. Миллионы муравьев. Вот это да. Такого большого муравейника я не видел. Иван Сусанин идет. Запах багульника им кружил голову. Усталые и довольные, они возвращались домой. Молодой человек, грибы покажите.
Это так все. Вот это накосил, так накосил. И что ты с ними будешь делать? Ну, там половина, наверное, червивых, я так понимаю. Сушить, наверное, будешь. Сушить буду, да. Чтоб не возиться. На зиму.